Почти треть трасс закрыли на популярном горнолыжном курорте Шимбулак после крупного пожара. Именно к ним вела канатная дорога «Комби-2». В целях безопасности руководство решило фуникулер остановить. Устройство в огне не пострадало, но его все равно проверят. Сейчас недоступен подъем и на самую высокую точку Шимбулака, это 3200 метров. Именно там в воскресенье ночью загорелся ресторан. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Из-за горной местности пожарная техника не смогла добраться до места. Поэтому спасатели поднялись на канатной дороге, а огонь тушили снегогенератором. Сейчас из 17 трасс Шимбулака действует только 12. Это может серьезно сказаться на загруженности курорта. В среднем в выходные дни его посещает до 6 тысяч человек. Начали своими силами, без пожарной службы, тушить сами. Примерно в 6 часов где-то нам вышли на рацию, сказали, надо поднять пожарную службу, которая будет ликвидировать пожар основной. Начали поднимать пожарных, ну и остальных. Всех подняли, пожарные начали свою работу.